На встречу с мэром пришли режиссер фильма Яна Поляруш, прототип главного героя ленты Алексей Мошкин и продюсер Руслан Ветрянюк. Съемочная группа пришла не с пустыми руками. Леша подготовил мы для вас подарок. Значит, это его лыжи, на которых боевые. Он катался, боевые. На которых боевые. То есть, вот поэтому боевые. Там для вас Леша подписал пожелание. В ходе встречи, помимо обсуждения картины, поговорили и о создании доступной среды. Продюсер фильма Руслан Ветрянюк. В 2011-м он потерял зрение и тогда же оказался в инвалидной коляске. По достоинству оценил Сочи как город без барьеров. Гости подчеркнули, что Сочи стал пилотным проектом для всей России по созданию безбарьерной среды и не останавливается на достигнутом. Естественно, было приятно, что отношения людей, то есть как бы вот, ну, все прям очень комфортно, хорошо. Ну, Анатолий Николаевич, вообще, на самом деле, вот приехали сказать большое спасибо за хороший прием, за хорошую встречу, за поддержку, которую вы нам, в общем-то, оказали при съемках картины.